Здравствуй. Здравствуйте. Давай познакомимся. Давайте. Как тебя зовут? Меня зовут Мехмед. Мехмед, сколько тебе лет? 4 года. Мехмед, скажи, пожалуйста, как называется наша родина? Как называется наша родина? Давай полностью скажем. Наша. Родина. Родина. Давай. Громко говори. Азербайджан. Азербайджан. Хорошо? Давай еще снова повторим. Наша. Наша. Родина. Родина. Азербайджан. Азербайджан. Хорошо. А столица Азербайджана? Город Баку. Мы с тобой в каком городе живем? Мы живем. В каком городе? Город Сумкаит. Молодец, умница. Магомед, а теперь давай назовем цвета, которые мы с тобой учили. Да? Учились. Сюда смотри. Вот это какая? Какой цвет будет? Какой цвет это? Нет, внимательно смотри, это какой цвет? Вот твоя кофточка какого цвета? Это какой цвет? Какой цвет? Красный цвет. А вот это какой цвет? Какой цвет? Красный. Красный цвет, громко говори. А вот это какой цвет будет? Красный. Да, это красный цвет. Дальше продолжаем. Теперь сюда смотри, вот это какой цвет будет? Солнечный цвет. Хорошо, вот это какой цвет будет? Желтый цвет. Отлично, отлично. А вот это какой цвет будет? Желтый цвет. Хорошо. А вот это какой цвет будет? Голубой цвет. Нет, внимательно смотри, это не голубой цвет. Как? Да. Синий цвет. Ага. А вот это какой цвет будет тогда? Синий цвет. Отлично, молодец, умница. А вот это какой цвет, скажи мне, пожалуйста? Оранжевый. Да, это оранжевый цвет, оранжевый. А вот это какой цвет будет? Оранжевый. Молодец, умница. А вот это какой цвет будет тогда? Какой цвет это? Фиолетовый цвет. Давай. Скажи. Фиолетовый цвет. Ага. А вот это какой цвет? Зеленый цвет. Какой цвет? Зеленый цвет. Да, зеленый цвет. Ага. А вот это какой цвет будет? Белый цвет. А вот это? Голубой цвет. Голубой цвет. А теперь скажи мне, пожалуйста. Вот это красный цвет. Нет. А какой цвет? Желтый цвет. Хорошо. А вот это красный цвет? Это красный цвет? Да. Да, это? Красный цвет. Хорошо. Это желтый цвет? Нет. А какой цвет? Синий цвет. Синий цвет. Это желтый цвет? Нет. А какой цвет? Оранжевый цвет. Да, это оранжевый цвет. Молодец, молодец. Теперь скажи мне, пожалуйста, вот это какой цвет будет? Красный цвет. Красный цвет. Хорошо. А следующий цвет который будет? Вот из этих цветов следующий цвет который будет? Сюда смотри. Давай. Собери все цвета сюда. Давай, собери. Следующий цвет какой будет? Давай, возьми. Давай, собери оранжевый цвет. Вот этой рукой подержи это. Вот этой рукой подержи. Ага. А теперь следующий цвет какой будет? Синий. Нет, нет. Да, давай. Это какой цвет? Ну же ты сказал, вот ты же показал это. Какой цвет? Желтый цвет. Следующий цвет какой будет? Нет. Это какой цвет будет? Зеленый цвет. Давай. Молодец. Следующий цвет какой будет? Синий. Синий цвет. Осторожно. Ничего. Ничего. Я возьму. Я возьму. Синий цвет. Молодец. А следующий цвет какой будет? Красный. Красный цвет. А в конце что будет?
Это как называется? Что это у тебя? Вот это что у тебя? Да, это как называется? Это что у тебя? Это как будем называть? Что это? Это рука? Нет. Ухо? Да? Нет. А это как называется? Голова. Голова, давай. Молодец, отлично. А теперь давай назовем цвета. Давай назови цвета. Красный. Зеленый. Ага. Молодец. Красный. А в конце? Голова. Голова, молодец. Вот так. Крутится, крутится, вертится, да? Все, молодец, отлично. Здравствуй. Здравствуйте. Давай познакомимся. Давайте. Как тебя зовут? Меня зовут Тамерлан. Тамерлан, сколько тебе лет? Мне? Мне 4 года. Молодец. Тамерлан, давай мы с тобой фрукты назовем, какие мы с тобой знаем, да? Да. Давай. Теперь сюда смотри. Тамерлан, вот этот фрукт как называется? Вот этот фрукт как называется? Апельсин. Вот этот фрукт как называется? Ну, давай, вспомни. Мандарин. Отлично. Вот этот фрукт как называется? Яблоко. А вот это? Груша. Хорошо. А вот это фрукт у нас как называется этот? Гранат. А вот этот фрукт как называется? Лимон, молодец. А вот этот фрукт как называется? Арбуз. А вот этот фрукт как называется? Земляника. А вот этот фрукт как называется? Вот. Какой? Клубника. Клубника, молодец. А вот этот фрукт как называется? Возьми. Как называется этот фрукт? Виноград. Отлично, виноград. А вот этот фрукт как называется? Банан. Ага, скажи мне, пожалуйста, банан какого цвета? Желтый. Желтого цвета, хорошо. А вот мандарин какого цвета? Оранжевый. Оранжевого цвета. А вот груша какого цвета? Ну? Желтого цвета. А яблоко какого цвета? Красное. Красное. И еще какой цвет есть здесь? И желтый, да? Красно-желтого цвета, да? Хорошо. А теперь скажи мне, пожалуйста, вот это все, одним словом, они как называются, вот это все? Фрукты. Молодец. А теперь давай вот мы с тобой вот овощей назовем, да? Сюда смотри. Вот это как называется? Перец. Да? Перец какого цвета? Зеленый. Зеленого цвета. Перец это сладкий или горький? Горький. Нет, это перец сладкий перец или же горький перец? Горький. Нет. А вот это тогда какой перец? Вот. Горький. Это горький. А вот этот перец? Какой? Сладкий или горький? Сладкий, да. Покажи, возьми на руку и покажи. Вот это как называется? Возьми. Это как называется? Как? Горький. Горький. Перец. Перец. Ага. Какого цвета горький перец? Красный. Красного цвета. А вот это как этот перец как называется? Какого цвета? Красный. Красного цвета. Хорошо. А вот это как называется? Баклажан. Баклажан какого цвета? Фиолетового цвета. А вот это как называется? Зеленый. Как называется? Что это такое? Это ж как называется? Огурец. Огурец. Молодец, зеленого цвета. Отлично. А вот это как называется? Вот отсюда держи. Морковь. Снизу держи. Морковь. Да, это морковь. Положи. Положи. Морковь какого цвета? Какого цвета? Оранжевый. Оранжевый. А вот это какой, как называется? Кукуруза. А кукуруза какого цвета? Давай скажем. Какого цвета? Желтого. Желтого. Давай сюда положим, да?
А вот этот последний, как называется? Помидор. Вот этот. Помидор. Помидор какого цвета? Красный. А помидор какой формы? Форма какая? Какая форма? Вот такая форма. Это как называется? Круглая форма, да? А вот эта последняя маленькая, как называется? Грибочек. Хорошо. Тамерлан, скажи мне, пожалуйста, вот это все одним словом, они как называются? Овощи. Овощи. А вот это все вместе как называется? Здесь и фрукты есть, и овощи есть. Значит, они вместе, как они будем называть их? Фрукты. Фрукты. И овощи. И овощи. Молодец, отлично. Здравствуй. Здравствуй. Давай познакомимся. Давай. Как тебя зовут? Меня зовут Угур. Угур, сколько тебе лет? Мне 4 года. Молодец. Угур, скажи мне, пожалуйста, как называется наша родина? Азербайджан. Столица Азербайджана? Столица Азербайджана? Город? Батумиджан. А мы с тобой в каком городе живем? Мы живем в городе? Молодец! Угур, давай мы с тобой фрукты назовем. Какие мы фрукты знаем, да? Вот этот фрукт как называется, Угор? Лимон. Молодец. А вот этот фрукт как называется, мой дорогой? Вот. Лимон. Хорошо. А вот этот фрукт как называется, мой хороший? Лимон. Молодец. А вот этот фрукт как называется? Апельсин. Отлично. А вот этот фрукт как называется? Яблоко. Яблоко. А вот этот фрукт как называется? Груша. Груша, вот груша. А вот этот фрукт как называется, мой хороший? Арбуз. А вот этот фрукт как называется, мой хороший? Клубника. Вот. Это не клубника, это земляника. Да? Земляника. А вот этот фрукт как называется? Виноград. Да, виноград. Отлично. Ого, вот это все одним словом как называются? Что это такое? Это как называется? Фрукты. Отлично, молодец. Угур, а теперь давай мы с тобой назовем овощи. Какие мы овощи знаем, да? Сюда смотри. Вот этот овощ как называется? Кукулюза. Кукулюза, молодец. А вот этот овощ как называется? Это овощ как называется? Вот это. Перец. А вот это? Это тоже перец, да? Это какого цвета? Перец какого цвета? Какого цвета? Цвет какой? Тесты. А вот этот цвет? Какой цвет? Зеленый. Зеленый, да. А вот это что такое? Вот это что такое? Да. Да. Давай вспомни. Что это такое? Да. Да. Что это такое? Бак? Бак. Бакла. Как называется это? Баклажан. Баклажан. Хорошо. А это что такое? Это огурец. Ага. А вот это что такое? Это. Отсюда держи, вот отсюда, снизу держи. Это что такое? Это. Что это такое? Вот это что такое? Мар. Морковь. Морковь. А вот это что такое? Как это называется? Перец. А вот это что такое? Это? Да. Помидор, да, молодец. А вот это что маленькое, на тебя похоже, это как называется? Это? Да. Глибочек. Глибочек, скажи. Грибок. Скажи, грибок. Грибочек. А вот это что такое? Вот это как называется? Да, что это такое? Помай. Банан, давай, молодец, отлично. А вот это осталось, вот это как называется? Что это такое? Это? Да. Мандарин. Мандарин, отлично, дай 5. Молодец, еще. Вот, молодец. Здравствуй.
Здравствуйте. Давай познакомимся. Давайте. Как тебя зовут? Меня зовут Хадиджа. Хадиджа, сколько тебе лет? Мне? Мне 4 года. Как называется наша родина? Наша родина Азербайджан. Столица Азербайджана? Столица Азербайджана. Город? Город Баку. Мы с тобой в каком городе живем? Мы живем в городе? В городе Сумгаит. Сумгаит. Хорошо. Хадиджа, давай мы с тобой цвета назовем, да? Какие мы знаем. Вот это какой цвет будет? Какой это цвет? Красный. Это красный цвет. А вот этот цвет как называется? Голубой цвет. А вот этот цвет как называется? Желтый цвет. А вот этот цвет как называется? Какой цвет? Синий. А вот этот цвет как называется? Оранжевый цвет. А вот этот цвет как называется? Черный цвет. А вот этот? Фиолетовый цвет. А вот этот цвет как называется? Зеленый цвет. А вот этот цвет? Ну, вспомни, какой цвет? Какой это цвет? Это красный цвет? Нет. А какой цвет? Белый. Вот так вспомнила. Это желтый цвет? Нет, это желтый цвет. Не желтый цвет. Это? Да. Какой цвет? Зеленый. Хорошо, зеленый цвет. Это красный цвет? Нет, это красный. Не красный цвет. Фиолетовый цвет. Это фиолетовый цвет. Это белый цвет? Нет. Это не белый цвет. Это черный цвет. Ага. Хорошо. Это оранжевый цвет? Да, это оранжевый цвет. Хорошо. Это синий цвет? Да, это синий цвет. Отлично.